Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И наконец-то я покажу вам нормальные, достойные дома в хорошей локации. Блин, я сюда ехал, блин, 6 минут. Мне аж обидно стало. Но реально, блин, в этот дом я еще вовнутрь не заходил. Просто, чтобы вы понимали, мне хочется, вот, чтобы вы могли посмотреть мои эмоции, передать то, что вот я это все увижу. В общем, как бы так. Сразу говорю, дом в хорошей локации, вот Сергей Поле, да, только самое-самое-самое начало. Вот здесь будет, должен сходить забор, я уже сейчас позвонил застройщику, спросил, вот здесь будет красивый забор, поэтому ничего мешать не будет. Заезд более чем комфортный, здесь тишина и спокойствие. Давайте сначала попробуем сориентироваться по участку. Что же здесь такого? Здесь земли всего лишь 5 соток, но я посмотрел, здесь можно поставить один автомобиль, второй автомобиль. Да, и эта территория, здесь никаких проездов нет, можно автомобиль прямо на улице оставлять при желании. Ну, реально, можно прямо на улице оставлять. Ну да ладно, мы сейчас не про это. Мне нравится, как поступил застройщик. Посмотрите, деревья посадил, красавчик. Я считаю, что красавчик. Дом снаружи, блин, выглядит просто бомба. Да, и, конечно же, есть рядышком джипешка. Но ничего страшного, не без этого. Стекла тонированы, все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Давайте попробуем посмотреть, что же здесь умудрились сделать. Сразу говорю, дом 270 квадратных метров, ценник более чем адекватный. Последствия снегопада остались. Зеленая травка, подсветка, автополив. Все как положено. Соответственно, здесь мы с вами видим, что можно сделать, не знаю, там, санузел, в конце концов. А может, что-то еще можно сделать. А вот здесь у нас то самое оборудование для бассейна. Прошел снег. И посмотрите, даже прошел снег. И какая здесь чистота. Ну, круто же. Круто. Стоимость данного дома, я его тоже озвучу. Хотя, что озвучить? Давайте сразу. 85 миллионов рублей. Все. Чего мы там будем с вами в загадки играть и так далее? Я понимаю, что вы на Авито такие дома смотрите купить за 3 миллиона рублей. Я даже в Орехово-Зуево не встречал такие дома. И даже в Орске. Но у вас фантазия-то работает. Вот здесь, кстати, застройщик предлагает в эту же сумму сделать либо сауну, либо зону барбекю. В эту стоимость она входит. Соответственно, как все сделано, мне, блин, нравится. Ну, реально, все нравится здесь. Сделано все очень даже хорошо, прекрасно и замечательно. И самое главное, что даже вот в этот проезд, при желании, да, вот есть, например, автомобиль, которым вы редко пользуетесь, вот можно его сюда прогнать, вот именно сюда прогнать, и спокойно можно проехать, не напрягаясь. Ну, во всяком случае, все логично сделано, да, а то обычно, знаете, где машина, там бассейн делать и так далее. Здесь все сделано, как и должно быть. Соответственно, есть отдельная зона, здесь еще что-то, здесь вот, видите, все подсвечивается, все красиво, все замечательно, в общем, все, что нужно. Даже по окнам видно, здесь все сделано прям качественно. Соответственно, сейчас давайте все-таки зайдем внутрь дома, посмотрим, что здесь такого хорошего, интересного. Да, сразу смотрите, плиточка, да, тоже мелочь, а приятно. Ну и, конечно же, входная дверь. Это отдельно, посмотрите, да, прям хорошая, прозрачная. Да, кстати, в эту стоимость еще входит и электрика. Теперь давайте посмотреть сам дом. На входе, кстати, классно, когда вот стены отштукатурены, да? Посмотрите, какие толстые, да, вот межкомнатные перегородки. Здесь санузел большой, полноценный, такой, какой должен быть. Вопросов даже не имею. Здесь же у нас получается гостевая комната с возможностью, извиняюсь, выходом на улицу. Да, здесь вот именно видно, вот такие конвертеры сделаны, потому что, видите, стекла просто огромные. Ну и, конечно же, надо, чтобы они не потели. Хотя вот, да, вот у нас сейчас тоже все хорошо и комфортно. Вот такая комната, блин, комната зачет. То, что электрика так будет сделана, тоже однозначно зачет. Лайтбокс, так называемый, это у нас сделана стяжка, отштукатурены стены, это тоже большой и огромнейший плюс. Кухня-гостиная, да, вот она, зона кухни. Я так понял, здесь еще у нас и теплые полы, помимо всего, здесь имеется. И, да, вид у нас будет непосредственно на свой бассейн. В целом, все очень даже хорошо. Не знаю, во всяком случае, мне нравится, еще раз нравится. Ну и под лестницей можно сделать много чего интересного. Высота потолков, я по ним вижу, 3,10. Соответственно, все здесь тоже у нас сделано, все аккуратно. О, даже эти, да, сделаны. Провода, которые сами себя тушат, если вдруг что-то случилось плохое.
Ну, для первого этажа, я считаю, более чем достойно. Давайте попробуем с вами посмотреть второй этаж. Да, конечно же, соседство с домом немножко, может быть, и смущает. Да, мне по барабану. Пусть смотрят и завидуют. Ну и, конечно же, теперь давайте попробуем посмотреть, что же мы здесь с вами имеем. Да? Что же здесь мы с вами имеем? Соответственно, спальня с видом на красивые домики, бассейн. Ну и, конечно же, помимо всего, есть возможность выйти вот на такой балкончик. Мелочь, но приятно. И здесь мы с вами видим, это у нас хозяйская спальня. О, я сразу понял, почему она хозяйская. Ну, во-первых, отсюда, наверное, вам видно тоже просто потрясающий вид на море. Обалденный вид, прям реально крутой вид. Тоже хорошо, что поставили такие конвертеры, помимо теплых полов. И здесь свой персональный санузел. Тоже, как говорится, мелочь, но приятно. Мелочь, но приятно. И, я так понял, здесь еще одна спальня имеется. Давайте тоже мы ее посмотрим. Да, вот тут еще общий санузел. Знаете, заходишь, и вот то чувство, когда прям пахнет качеством. Понимаете? Прям пахнет качеством. И, кстати, вот здесь вот у нас еще одна такая спальня. Ну, хорошая, кстати, спальня. Нормальная, хорошая спальня. Я бы, наверное, даже ничего здесь и не менял бы, если бы я купил бы дом себе. Ну, конечно, для меня 85 миллионов рублей, это, конечно, из категории сейчас, наверное, больше неподъемного. Ну да ладно. Зачем мне нищеброду по себе равняться? Судя по моим комментариям, точнее вашим комментариям, у меня одни миллионеры, одни миллиардеры и так далее. А, кстати, а здесь вот видите, еще такие пару комнат есть. Я, может, даже здесь бы и жил бы. И, кстати, здесь еще одна комната есть. О, здесь еще и санузел есть. Тоже мелочь, а приятно. Хотя я себе этаж забрал бы, сказал бы, это вот мой хозяйский этаж. Да, вот именно так бы сказал бы. Ну, давайте выйдем, посмотрим. Да, вот они у нас горы. Прям самое начало Сергея Поля. Отсюда до центра Сочи быстрее добраться, например, чем с Заречного района. Вид у нас на море. Сейчас, конечно, хотелось бы таймлапсики поснимать. Было бы классно, да, посмотрите, да, как облака двигаются. Было бы реально круто. Но я думаю, что мы сейчас с вами посмотрим вот этот дом еще, соседский дом. Он чуть-чуть прям подороже стоит. Но я думаю, вам больше понравится, потому что скажешь, такие дома, скажешь, да нафиг они нужны, да, дома не то. По итогу, что мы с вами получаем? Мы с вами получаем хороший, интересный дом. Мы с вами получаем дом уже с разводкой. Хотя мы договорились, что проводку ни слова. Лайтбокс, в принципе, в этом... кстати, забыл еще сказать. Дизайн-проект идет в подарок. Есть типовой дизайн-проект, но под вас могут там все, что нужно, подредактировать. И действительно, какой бы здесь ремонт ни был, вряд ли кого-то из вас устроил бы. А здесь вот именно дизайн-проект вам дается еще в подарок. Ну, мелочь, да, в моем понимании мелочь, но приятная мелочь. Приятно, когда все тебе дают готовый под ключ. И даже могут дом довести до логического завершения. Итак, в комплекте к дому. Это, соответственно, все документы. Здесь у нас уже имеется в том числе и газ. Здесь же у нас там, да, уже сделана газовая котельня. Все здесь сделано. Соответственно, газ заведен. Электричество. Бассейн сделан.
Ну, блин, крутой дом. Ну, кто бы что ни говорил, дом офигенный. Дом, ну, крутейший. Этот ландшафт, да, все это по мелочи сделано, но сделано-то хорошо. Сделано реально все очень хорошо. Я бы сказал, сделано все офигенно. Да, вот здесь, видите, труба есть, но она не так сильно бросается в глаза, если тут только прям не сделать жирный фокус на нее. Если прям жирный фокус не делать, потому что, видите, здесь все-таки под землей завели. Под землей завели. Тоже большой, огромнейший плюс. И да, мы вот забыли с вами посмотреть. Вот, ну видите, еще сердце дома. Вы покупаете не абы что. Не то, что либо что, а тем более совсем. А что касается всего за этого, это было завсегда и скажем, поскольку постройка, потому как. А вы покупаете, один у нас получается котел идет именно на, получается, бассейн на подогрев, потому что бассейн с подогревом, второй идет на дом. Соответственно, все здесь сделано по-серьезному. Инженерка такая, серьезная инженерка, кто бы что ни говорил. За хорошую качественную инженерку нужно платить. Итак, дом, блин, такие двери тяжелые, я сейчас даже закрываю, прям дверь прям реально тяжелая. По итогу мы имеем хороший качественный дом в хорошем качественном районе прекрасного города Сочи. Уже, в принципе, много чего за вас здесь сделано. Остается немного денег, немного времени его довести до ума. Притом могут все это сделать за вас. И вы получаете действительно, наверное, дом мечты. Ну, блин, меня бы... Вот я... Тик. Вот я вам серьезно говорю, вот меня полностью устраивает. Вот я в таком доме жил бы. Вот отвечаю. Я в этом доме жил бы. Ну, крутой дом, я серьезно говорю. Офигенный дом. Поэтому, конечно, сейчас критики найдутся. Да за эти деньги, да за эти деньги вы ничего не возьмете. Я вам серьезно говорю. Вы даже квартиру не можете взять за эти деньги. Например, в жилом комплексе, который называется Красная площадь. За эти деньги даже нормальную квартиру не взять. Тем более аналогично по площади. Вон квартира продается за 100 миллионов, черновая, Новоровского 41. 108 квадратных метров. Здесь дом 270. Вам еще нужно будет за парковку платить, за то платить, за все платить. А все-таки дом это дом, это своя крепость. Это не знаю, безопасность в конце концов. Поэтому все что угодно можете говорить. Дом классный. Однозначно хороший дом. На этом с вами прощаюсь. Вам всем хорошего настроения, побольше позитива. Вам всем добра и пока.